На Intergio 2016 компания Nikon представила новый свой тахеометр, так скажем, тахеометр для анализа неразрушающего контроля, анализа трещин и исполнительной съемки различных строительных конструкций. Смысл состоит в том, что у тахеометра есть три камеры. Одна обзорная, другая параллельная в объективе находящаяся. При наведении на объект она анализирует и полностью выстраивает при помощи полилиний и плоскостей модель объекта. И при реальном измерении уже высокоточным дальномером, там, по-моему, миллиметр плюс полтора заявлено, точных данных нету, к сожалению. Вот, идет анализ непосредственно значит, относительно проекта и реально измеренной модели. У прибора нету абсолютно окуляра, то есть он лишен окуляра, только при помощи камеры он работает. В основном конструкция достаточно стандартная. Система наведения с использованием уже в данном случае не механических частей, а то есть тут какой-то сервопривод, но тахеометр не полностью роботизированный пока что. Вот. Два аккумуляторных отсека. Батареи стандартные, как от серии Niva M, например, или Niva C. Вот. И дисплей с возможностью наклона для изменения контрастности. Также, конечно же, основным, в общем, ядром для обработки данных, полученных тахеометром, является программное обеспечение, которое ставится на компьютер. Насколько я понял, этот продукт пока доступен для заказа только в Японии и Соединенных Штатах. На российский рынок этот продукт выйдет спустя, наверное, только год. Примерно так. Но достаточно интересная новинка, хотя надо побольше о ней узнать.